Всем привет! У меня уже 3 дня стоят посылки, я их вот поставила вон там на заднем плане. Все 3 дня они ждут Сашу, мужа моего, потому что там, ну, не только для меня, там и для него, ну, большинство для него, так скажем. И так как, ну, чтобы вместе распаковать, чтобы он померил сразу, ну, не так просто я вам показала и все. Поэтому ждем, сейчас он выйдет, и мы вместе все начнем распаковывать, или давайте я начну, там одна маленькая есть, и он к нам потом присоединится, подключится. Начнем с первой, такая маленькая. Она, по-моему, с Amazon, если я не ошибаюсь. Сейчас возьму ножницы, потому что ножиком ее, ну или можно. Сейчас возьму все-таки ножик. Ножничками сейчас откроемся. Вот вижу. Так, что там? Это носки. Такие вот Nike. Это для Давида. Потому что у него все попротирались, и поэтому или сюда, или туда. Что ты там пузо свое высветил? В общем, попротирались, недавно иду мимо, он лежит там на кровати, я говорю: «Давид, ты что, у тебя, говорю, носки протертые?» Я говорю: «Выкини их». Он говорит: «Ну, если я выкину, мне придется все их выкидывать, они у меня все такие». Я говорю: «Что ты молчишь, что они у тебя все?» Ну вот, это только 3, еще должны прийти, я много ему заказывала их. 3 носка? 3 пары разных Nike. Размерчик, кому интересно, сейчас покажу. Смотрите, 46-50. Так, он сказал, главное, чтобы были длинные. Он заказал ему. Так. До колен. Гольфы. Капюшон. Сашка, как всегда, в сланцах и в носках. Нет, мы же носки мои не видели в сланцах. Он. И с бородой. Настя говорит, некрасивая борода. Надо бодриться. Так, в общем, Саша ушел, придет, потом мы будем с ним его посылку распаковывать. Давайте начнем тогда за Оланду. Посылочку. Вот она. Открываем с вами. Будем смотреть, что там. Это я заказала себе джинсы такие. Сейчас я примерю их. И Давиду заказала еще носков. Вот такие Adidas и вот такие белые Nike. Тоже эти в размере 42-46 взяла. Я думаю, должны. У него 46 размер ноги. 46,5, где-то вот так. Эти XL просто стоит. Не стоит какой размер. От Adidas вот такие. В общем, носков сыну купила. Это его. Ну и следующее, это H&M. Это я себе заказала там кое-что. Сейчас покажу, что у меня. Футболки, в общем. Первая вот такая. Цены я вам все пропишу. Так, они не открываются, а рвутся пакеты. Первое. Вот такая вот голубенькая футболочка. Такая мне нравится. В общем, она мне и там понравилась на сайте. Я сейчас все примерю, вам покажу. Такая футболочка. Антон. Следующая вот такая вот в крупную такую полоску.
такая. Думаю, должна быть нормально. Так, и у меня футболок много, но что-то в последнее время я залезла все такие какие-то непонятные. Уже, в общем, хочется чего-нибудь новенького. Извиняюсь, что шелещу пакетами. Ром, поздоровайся с ребятами. Привет. Это я заказала себе пижаму. Намечается пижамная вечеринка, но я не знаю, пойду я туда, не пойду. В общем, вот такая вот. Такая с Микки Маусами. И вот такие вот шорты. Ну нет, в этой пижаме я точно туда не пойду, но спать, как бы, наверное, можно в такой. Прикольная. У меня есть от H&M одна пижама. Она такая моя, одна из моих любимых. Мне нравится от них. И материал хороший, такой приятный, комфортный. И сама моделька была комфортной. Но это немножко по-другому, да, сделано. Это укороченное, видите? Там у меня длиннее была футболка на той пижаме. Ну, в принципе, неплохая. Качество неплохое. Что ты с печеньями-то ходишь? Мы ему запретили сладости, он вот ходит теперь вокруг, кружит. Потому что щечки красные, не знаю, от чего. Я тебе запрещено. Так, сядь, посиди, пожалуйста. И следующая, еще одна, последняя футболочка. Сейчас покажу вам. Такая вот, какой-то такой цвет. Смотрите. Зеленоватый какой-то такой. Вот такая вот футболочка. Ну, это короткая, да, какая-то такая. Я думаю, она, наверное, не пойдет. Я не хочу сильно короткие. Хотя по мере, может быть, будет и неплохо. Футболки я взяла все в размере М. Так, и что дальше? Все, это вся распаковка, остальная... Остальное все от Best Secret. Вот эта вот большая посылочка. В общем, девочки, у меня там, по-моему, есть приглашение. Если кому нужно, напишите, я скину. Немного, но там, по-моему, есть штук 5, по-моему, есть точно. А может быть, даже и больше. Я уже давно не заглядывала туда, поэтому, если вдруг, пишите, я посмотрю. Сейчас Саша придет и будем распаковывать. Ну да, они же раскрошатся ровно. Теперь распаковка от Александра. Вот, нет, это все, вот только коробка твоя. Он еще не видел ничего, сейчас будет первый раз смотреть, посмотрим. Я сама на свой вкус и на свой этот страх и риск заказывала. Ну что, не подойдет, назад отправим. Иди сюда. Ой. Ты там стоишь, тебя не видно. Так, нормально? Чё, как? Мне кажется, он здоровый тебе. Не? Как-то чуть-чуть, да, так нормально. Свободно, как будто бы тут немножко, тут немножко. Нет? Стой, Ромка. Как вам? Внутри тепленькая. С таким этим. С начесом. Угу. С тепло. Ромашки, подожди, отойди чуть-чуть, пусть папа покажется. Ну так неплохая, в принципе. Немножко, мне кажется, свободновато. Если тебе это не мешает, то можно оставить. А можно на размер меньше взять. Потом будет маленькая. Ром, хочешь закрыть? Закрывай. Отходи. Потом подгенерируешься. Так, это первая была. Давай следующую. Да, ложи. Положи, я потом сложу. Так. Вот. Она все порвалась. Ой, какой-то. Так, кто? Роман. Чего? Ты перекрылся. Сразу эти нитки от этой шубы остались.
как рубашка такая. Ну, это как куртка, как, в общем, на выход, как сказать, под футболочку так одеть, чтобы как курточка. Она такая, знаете, как войлочная, что ли, какой-то такой материал. Знаете, такое. Как бы тоже кто-то ее с собаками мерил. Да? Или кошка. Ну-ка. В волосах. Там вот надо еще рукава тебе застегнуть или так оставить, как тебе, можешь подвернуть, как тебе удобно. Но так выглядит она неплохо, она как-то по тебе. Роман, не шуми там, пожалуйста, что ты делаешь? Оставь форму. Че, как? Как военный стрендж. Стоп. Поворачивайся. Раньше были такие. Неплохо. Мне нравится. Я не знаю, как тебе. На вид неплохо смотрится. Наклепка вся средняя, по-моему, да? Да. Вот и весь этих. От шубы от этой. Белые эти поприлипали. Это как... Это типа, ну, как джинсовки, знаешь, наверх, так, как рубашка сделанная. Тяжелая. Тяжелая? Здоровая. Кевин Клайн. О, там два Сашки можно туда. Это кошмар. Смотрите, что. Я думаю, что такая тяжелая? Она прямо угру... А что за размер-то? Это ужас. Сейчас это оставляем. И вас с Ромкой можно туда зайти. Ромка, давай. Вместе будем ходить вот так. Огромная, кошмар. Ты на великана смотришь. Это может Давидос? Он же любит такие вещи, чтобы у него висело везде. Типа лохон, как он такой? Ну так прикольно она, конечно. Сама как рубашка, вот как курточка, так красиво смотрится. Руки мне сделай. Я тебя застегну с собой. Вот так. Можно просто оп. Покажи? Как тебе, мама? Прикольно. Рома, ну все, все. Вот так покажем, подожди. Просто тут на клепочках она такая вот. Повернись. Вся на клепочках. Она как будто мазутом проэтована, а тут сзади вот повернись. Вот так. Тут полоса вот такая вот, тут написано Kevin Klein. Этот. А ну какой размер? Ну что, и правда какой-то размер не такой взяла? Это какой? Это XL, ну нормальный размер XL. А я не знаю тогда, какой это тебе надо брать? M. M надо брать? Да. В общем, сама как рубашка такая, она, конечно, тяжелая, но не прикольная. Как ты думаешь, тебе взять такой M? А мне какой? Нравится? M. А мне какой размер? L, наверное, даже будет большая, а судя по вот такому XL. С футболочкой. У если... тебя размер какой? А. В общем, если с футболочкой, вот так вот, с джинсами на выход, ну как на выход, не так, мне кажется, накинуть можно, ну тяжелая прям, потому что она, наверное, пропитана вот этой резиной или чем-то. Она тяжелая, потому что она еще и огромная такая. Да, ну я, наверное, выпишу тебе все-таки M, мне кажется, M будет достаточно. А это тоже XL, или что? Ну, все XL я тебе выписываю. Видите, размеры какие? У всех разные. Ну, эту я точно отправляем назад большую. А, так, вот это я не знаю, как ты думаешь? Нравится тебе? Если нравится, оставим. Она вот, видите, как она внутри такая, как шубка сделана. Как кофта вязаная. Да, ну внутри я имею в виду, что этот... С подкладом. Да, материал такой. Роман, аккуратно, слезь оттуда, упадешь. Как она в плечах нормально. И здесь тоже. Ну, если она сама по себе это кофта просто, она из-за этого так выглядит. Что... Если тебе удобно, давай оставим. Она недорого стоила, она со скидкой хорошая была. Большеватая чуть-чуть. Тут можно ходить нормально. Что, нормально? Да. Ну давай оставим тогда. Если тебе нравится. Так, это было отсюда. Это вот отсюда, да? Последняя вот эта. Вот это сюда.
Насчет этих вот двух, что ты думаешь? Я сейчас тоже померю футболочки еще. Смотрите, нормально. По-быстренькому покажу вам. Итак, Роман там не выдержал, печенье ест на фоне. Я померила первую футболку. Вроде неплохо, нормально смотрится, свободная, удобненькая. Как? Спрятали. Ну да, нормально, хорошо. Так, пойдет. Вот эта зеленая, которая футболка последняя, сейчас я вам покажу. Вот эта. Она, наверное, поедет назад, она тут вся вон в тоналке, и она как-то мне не очень приглянулась. Хотя можно, мне кажется, она короткая будет слишком. Как-то не мое, мне не нравится она. Я ее даже мерить не буду, назад она. Вот вторая футболка, вот такая голубенькая. Ее я, наверное, тоже оставлю. Как? Нормально? Длинная? Длинновато, но она ничего тоже. Нормально, мне кажется, и цвет такой хороший. На лето пойдет. В общем, оставлю эту тоже футболочку. И пижаму. Пижаму я не буду, естественно, вам мерить здесь. Пускай я ее потом без вас померю. И джинсы, да? Джинсы сейчас тоже померю. Так, конечно, они комфортны. Но я себя не вижу. Вот они с высокой посадкой вот так. Сейчас подальше отойду. Хорошие джинсы. Как-то надо вот так, наверное. Вон они, видите, два моих. Кричика, вы выпустили, он не выдержал. Тут начал кричать. Вот смотрите, как... Нормально? Нормально? Да. Нормально. В общем, джинсы. Джинсы эти от Страдивариус, по-моему. Страдивариус, как они там называются? Страдивариус, да. Вот они. Вот они. Я не знаю, вам не видно будет. В общем, они очень удобные. Насчет, как выглядят, я еще посмотрю в зеркало. Еще решу, а вы напишите, стоит оставить, нет? Ну, по комфортности очень даже удобные. Насчет пижамы я ее еще померяю. Вот эту зеленую футболочку я отправлю назад. Насчет Сашиных вещей мы решили, что Саше оставим две вот эти, кофту и рубашку вот эту, вот эти две. Вот он уже тут развешал на кухне. Вот эту рубашку и вот эту кофту мы оставляем точно ему. Ну, он сказал, что на каждый день ему пойдет вот просто выйти вот такая кофта. И та, естественно, которая Кевин Клайн, я ее попробую перезаказать в размере М, померяет, если ему будет хорошо, то оставим, если нет, то нет. Еще ему должны прийти кроссовки, не знаю, сегодня или завтра, нет, может, в понедельник придут. Мы их потом вам покажем. А так, в принципе, все. Носки сыну еще не отдали, сейчас отдадим. Одобрит, не одобрит, я думаю, одобрит. В принципе, у него почти все такие. Все, на этом распаковка закончена. Такой у нас сегодня обед. Сосиски я пожарила сейчас. Ну и так, все по мелочи. В общем, грильный такой. Ромка. Ромка, как всегда. Угу. И папа наш там спит еще. Сейчас будем будить. Мы уже приехали в Русский. Сейчас быстренько тут фруктов купим. Маленький возьми, может, вот такой просто. Не... Нет, такой. Да. Не резанный. Или ты хочешь резанный? Да. Подожди, папа попробует. Что, нормально? 1,99 за килограмм. Может, другой? Да не все такие. Какая-то моль села. Ну, пойдем. Надо, чтобы желтенькое это, где он лежал, было. А тут нет. Вот, вот этот хороший, мне кажется, не? Такой. Да? Ну, да, пойдем. Взял, взял. Какой будет, такой будет уже. Пойдем. Дальше. Корзиш бит, а? Вот такие дыньки красивые. Смотри, их как будто только сорвали, да? Дыни. Ну, дорого. Эта штука 2,49 стоит. Такая малюсенькая. Да, и не надо там такую дыни. Чересчур дорого. Ну, пахнет хоть дыни? Слушай, она прям дыней пахнет. Может, я хочу? Может, одну? Я хочу. Прям пахнет дынькой, слушайте. Да ладно, не надо, не будем. Взяли арбуз. Много денег. Это добрый, да. Давай фруктов набираем. Что хочешь?
не знаю. Да? Ну бери, возьми одну шаль, попробуем. Сколько абрикосы? 3,99 стоят. Нектарины 5,49. Персики 5,49. Дорогущие еще. Ну. Ну, Андрея не видно. Спросите у него, как они. Слива 3,79. А этих тоже нету. Что берем, Саш? Виноград. Ну, бери. Вот, кстати, в прошлый раз я брала какой-то черный, без косточек. Такой вкусный был. Вот, наверное, вот этот был, или нет, или другой. А клубника 4,49, 500 грамм, да? Русский читаешь? Тамбовский. Как он? Воль. Он и читает воль. Ты чё? Тамбовский вольк. Волк Тамбовский. Молодец, все равно. Сам научился читать по-русски. Ну, ему интересно. Чего ты берешь, Роман? Нельзя. Пойдем. Пошли. Отойди, пожалуйста, не этого. Пойдем. Что, мы вышли? Закупились немножко, подкупились. На сколько мы закупились? Я что-то даже... 65. Нет, да. 65 здесь. Вот, 65 евро. А снизу тоже 65. Ну, это от карты, что картой заплатили. А, это он и есть. Это да, это подтверждение на карту. Человек, да. В общем, что купили? Арбуз. Арбуз вы видели уже, да? Эти абрикосики вот такие, виноград вот такой взяли. Клубники две шальки взяли, две таких дозочки. Потом тут две эти вафельки, такие конфетки. Потом колбаса старая, как всегда, вот это вот. Побольше взяли. Потом сыр вот этот косичкой. Хлебушек. Вот она, клубника еще одна. Помидоры розовые. Огурчики, корнишоны. Потом что там? Укроп. Ну и тут, Ром, не надо. Вот сухофруктики всякие. Абрикос. Виноград такой. Виноград такой. Вот это очень вкусный виноград. Потом вот этот тоже вкусный. Хурма. Творог был со скидкой вот этот, он, конечно, жирный, но очень вкусный. Потом вот эти груши, яблоки и все, в принципе. И Рома вот себе игрушку купил. Вся наша закупочка. Все, мы на сегодня с вами прощаемся, увидимся завтра в следующем видео. Всем пока. Всем пока-пока. До завтра. До завтра.